Да, конечно, это найти и уничтожить, это ладно. Следующая волна, это тоже ладно. Похищение, вот. Карак Это Нолл весело lies in будет. Ratman hands. Freeing it is, I fear, beyond our meager numbers. But we can at least chastise the warlord who commands the nest. То есть, если His получается broken откиснуть, corpse is certain окончательно to вы provoke уже a не fresh восстановишься, struggle да? for supremacy, distracting the ratmen from our labors, Раз, два. at least for a time. Да, слышу. Да, у меня такое ощущение, как будто микрофон брал. А чё? А чё? Чё? Через плечо. Ладно, пошли откисать. Чпок. So, the mechanism still functions. Remarkable. That shield will not save you, that man. Кровище-то. Как я раньше играл без такого количества крови. Эй! Они вдвоем. They come in par. Ой. Как ты ходил? И не говори, да как козлина. У тебя чё за посох? Какой-то первый рандомный огненный. Ну-ка, пальни. А второе? Альтернативка? Фаербол. Фаербол, да. А спешл у тебя на полосу или что там было? Да, я вперед перемещаюсь, и за мной огненный след. Вот. Тебе нужно, знаешь, как делать? Тебе нужно этим персонажем поперек делать полосу, чтобы... товарищи они ходили и загорались. Да, чтобы они жгли. То есть твой персонаж это такой не скорее убийца-убийца, а он именно Tower вот этим. Defender, короче. Он так этими хилс убери. Он скорее такой вот, как будто прожигает по чуть-чуть, но массово. Ну, так, а ты где? Ты уже вниз спустился? Я за книжкой пошел. Так, сейчас я возьму эту гребаную книжку. Так, хорошо, что я вовремя включил этот самый щит, а то на меня ассасин набросился. Ага, хорошо. Если что, можно... Справляетесь? Я улетел. Куда ты улетел? Вроде да. Я вниз просто упал, а слава богу не разбился. Ага, это хорошо. Это было бы очень неприятно. О,
Отлично. Идем дальше. Да. Бери хилку. Зачем я так спрыгнул высоко? Больно. Да не, вроде не сильно. Так. Так, надо с этим справиться вначале, а потом уже его, ну, за гриморами пойду. Так. Да, блин, сюда нахрен мы туда поперлись. Вот и. Там, блин, жареная крысятина. А, все. Угу, я пошел наверх, да? Раз. Так. Какой-то раз. Бульба. Это что за гном, которого не знает история? Это что за покемон? Покемон. Короче, волны просто бесконечные, да? Да-да-да. О! Ой, так, подожди-ка. А, взяли? Отлично, молодцы, красавчики. Тут внизу эти хилки были. Крубер, бери. У тебя сработало, да? Вижу, сработал. Yeah. Ой, тут кто-то, блин, бубенцы. А вот отбили, да, бубенцы? Блин, поцарапал. Хилка еще будет. Так что если что. О, вот этот вот. Че, уже сожрал кто-то? Не знаю, но у меня есть хилка. Ага, тут просто была, видимо, да, видимо, вот что-то выпил. Обидно. Или мне показалось, что там что-то было. Но в любом случае, тут не так, чтобы мало. А куда они пошли? А, понятно, куда они пошли. Все, пойдем. Let's go. Ну да, волны бесконечные. Ага.
сзади. Сволочь, а. Скотряс. Ты уже устал. Уже выпил эту самую зелье? Да, я выпил уже, там что маловато было. Ну ты там не торопись, а то знаешь, что зелье зельями как бы вроде сложность не сильно большая, но тем не менее. Что будешь делать, если внезапно шибанут и все? Че, пошли идти обратно? Да. Yeah. Пошлите, пойдемте. Бежимте. Ага. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Все, спускаемся бы. О, патроны. Кому надо. Эй, кто там? Эй. Грим. Я, наверное, боту отдам. О. Иди сюда. Там это самое. Господи. Ага. Загубленные, потерянные. Да, потом сможешь свою хату картинками разукрасить. Патроны. Ой, она на перезарядку может быстро остывать.
Ну да, но только там вроде как больно становится. Нет? Не знаю. Вроде бы да. По крайней мере, у Кириллиан там этой. Да, пойдем сюда, пойдемте. О, подожди бочку, там вот. Да, она не подвергнется. Да, взорвется. Да я уже подорвал там. Бомба. Бомба. А, выпивай то, что там тебе. Ой, никого. Все, забрал, выпил. Эх, бухарик ты. Кто сказал, что это самое CGI это сложно? Я вот 28 чувствую себя отлично, да? Не, как-то это к твоему персонажу. Так, ты сгоришь на работе. И вот этого тоже надо будет. Стрельните, что ли? Сейчас, сейчас. Вот это еще. Где там? О, настала пора. Суки, суки. Ай-яй-яй, что там у тебя случилось? Как тебе? Как... Крыса ударила. Ты же выпил бутылку. А я уже не замахнулся первый. Ах ты алкоголик, зелеголик. Пей, 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 пока тебя не убили нахуй. Возьми зелье силы. Только половину. Так, кому бы отдать? Ну что, кто у нас счастливчик? Барден. О, так, давай-ка посмотрим, постоим. На них не надо нападать. Пускай они идут. Так, осторожненько здесь вот. Играем в GTFO. Все. Идем нормально, все, не пей пока бутылку. Угу. А потом так будет уже. А? А уже так хочется. Ну, но если еще булькает. Одну если еще одну найдешь, тогда выпьешь. Понимаешь, что булькает. Но если у тебя отходняк случится, чем мы тебя поднимать будем? Squatting in the ruins of their betters.
чем опохмеляться-то будешь-то? Зелим силы. Да, да. Не настолько живительно. Это как пиво к водке. Водку не заменяет. Не, это как томатный сок к водке. Хорошо, но не сильно. Так, кого? Да, нормально все. Ай, кого там? Тебя? Вот, давай пей. Так, нам просто двигаться, в общем-то, по-хорошему надо. Вот какая-то лестница. Ко мне, все ко мне. Наверх. Тут ништяки обычно всякие. Эх, ты зараза. А, нет. Может, не здесь. Ну, или здесь. Где-нибудь, короче. Для бомба. Хорошо, что здесь. Животе урчит. А тут этих кроссогров выращивают. А, схватили. Подняли? Спасибо. Да. Тут кто-то бегает. Нехорошо, вот. Собака. Так, проходим, не стушуемся, там бочечка. О, аптечечка, забирай. А, все, супер, идем дальше. О, загублен искусство. О, где-то тут ассасин. Во, бежит. Была у тебя жидкая водка, а теперь у тебя твердая. Идем. Нечего задерживаться. Они все равно будут генерироваться. Гранатка, грубер.
А, красавчик. О, может тебе зелье взять это? Зелье. Кстати, используй зелье это. Ой, ой. Это уже работает, к сожалению. Лечись, лечись. Отойди в уголок и лечись. А, подключился, молодец. Все, давай дальше идем. Ничего тут. Сука. Отдай, это наш гном. И мы его доим. Они тоже захотели себе гнома. Этот гном. Ай. Нет, ты меня не возьмешь. Так, что-то хрен напердели тут, правда, да? Не дают пройти. А надо нам туда, товарищи. Точнее, не товарищи. Давайте, проходите, проходите. Проходим, не стесняемся. Проходи, не стесняйся. Да. Вот тебе сталкер. Блин, если я гранату поджёг, она мне взорвётся в руке? Нет, 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 ты пока не кинешь. Это нормально. Давайте спускаемся. А, правой кнопкой, понял, отменяй. Ну или просто переключись. Так, нам нужно срочно аптечки. Дотянуть до них. Так, ты главное там... А, во, бомбочки, кстати. А никто не использовал, что ли, бомбу? Давай-ка я... Я поджег, но потом потушил. Об язык. Подожди, вот там с другой стороны обычно что-то лежит. Вот здесь вот, если так приглядеться, вон там зелье стилы. Ага, какая хорошая бутылка, но не та, которая нужна в данный момент. Тут главное добраться до... О, а вот и хелсайд, давай тебя. Бери, но не используй пока что. Ой, блин, пока думал, не на того направил. Много хилок. Где? Иди пей хилку лучше. Ага, а теперь. Вот тут еще две. Да, так что я тоже одно воспользуюсь. Сейчас я на. Ага. Все, остальное не принципиально. Ну, то есть, если Груберу уронит то самое, то это не страшно. Так, ну что, мы готовы? У всех по бомбе? Да. Да, давайте, понеслась. Ха-ха. Сейчас он прыгнет, и тогда приготовь зелье, чтобы бухнуть. Ну, это усиление.
Кидай в него бомбу. Ой, ой, ой. Зараза какая, а? Ты какая зараза, а? У него такой силовой удар. Нормально. По кругу. Прошли. Все хорошо. А яйца выпали где-то в другом месте. Квадратные яйца, да? Или это кирпичи, так сразу не понять. Кирпичи, походу. Все, уходим отсюда, нехер тут делать. А что такое? Ты где там? Никак по лестнице. В лестницу попасть не мог. Вот там ящик. Блин, ничего нет, обидно. Что? Clean and simple. Жми. Нажми на кнопку, получишь результат. Тележка сможет покатиться. Нажми рычаг, но что же ты не рад? А нет, гном вполне себе веселый. Эй, вертолетики! Не того, ну ладно. Что вы у нас? Остановить хотите? Совершенно зря. У нас и билеты есть. Не говори, ох, тут кстати кто-то звенит. Так, бубенцы, бубенцы. А, все, давайте все вниз. Супер. Красавцы. Это был какой уровень? Второй? Ветеран, правильно? Да. Ну вот, все, зашибись. Красиво. И все гримчики забрали, все забрали. Сейчас посмотрим. О, 4. Ну давай. А, да что ж такое-то? Ну ладно. Да что, генералы тоже неплохо. Эх, жалко, чуть-чуть до 5-го не докачался. Ну как чуть-чуть, целый уровень не докачался до 5-го. Ну смотри, сразу же так набахало. Ну да, с 1-го почти. Угу. До 5-го. Вот, как-то так.